Как дела, друзья? Меня зовут Майкл, мы продолжаем с вами проходить Turmoil The Hit Is On. Это DLC, в котором многое что изменили. Следуя вашим советам, мы сейчас прикупим глубину нормальную, и я больше не буду связываться просто-напросто с кротами. И будем надеяться, что мы хотя бы сороковочку будем поднимать. И спасибо тем, кто подсказал в комментариях под видео, что в предыдущей серии, что нужно, как нужно вообще добывать газ и как это работает. Я не особо, конечно, пока что понимаю, пока что сам не увидишь, как говорится, не удостоверишься, да? Но перед тем, как мы с вами продолжим и начнем, я хотел бы зайти в пивную. Поговори со мной за напитки, поговори с моими клиентами за другие запретные вещи. За другие запретные вещи, как всегда, русский язык рулит. Хорошо, Кайл, надоели низкие цены, передайте мне немного наличных, и цена в компании «Левая» ни разу не опустится ниже 88 в следующем году. Заманчивое предложение, но 88 – это не 92, как я вам обещал. Хотя 5200 – это достаточно заманчиво. И я, наверное, пойду против своего принципа, о котором говорил в прошлой серии, и возьму эту штуку. Так, цена в компании «Правая», цена не опустится ниже 64 в течение следующего года. Нет, 64 нас не устраивает, это... Хотя 1700 лучше 64, да, чем 52 или 48. Давай, окей. Хотите по-быстрому заработать? Сыграйте со мной в игру «Больше-меньше». Давайте сыграем. «Больше-меньше», стоимость игры 500 баксов. А как играть, я так и не понимаю, на самом деле. Ну, давайте сыграем. А больше достоинством следующая карта будет или это? Меньше. А, спасибо за деньги. А, то есть следующая будет либо больше, либо меньше. Да, везет мне, короче, на бабло. Как всегда. Так, окей. Конюшня нас не интересует. Мастерская нас интересует. Глубина 3. Хорошо. Так, магма 10. Это на кротов. Не надо нам. Фабрика. Ширина, размер. Размер 2. Возьмем. Вы мне тоже советовали, чтобы я побольше ставил этих... силосов. Так, подожди, а бур? Бур 30, слишком дорого. Дальше идет банк, да? Окей, мэри. Погнали на аукцион. А, куда отправимся? Я тыкну, как всегда, куда-нибудь. Вот сюда. Вам хочется использовать магму как можно скорее. Пусть мои кроты вам помогут. Не надо нам твоих кротов. Эти тратят, как всегда. Кай вообще. Транжира. От жира. Транжира от жира. Так, окей, погнали. Лоза ходит здесь. Заходит здесь. И лоза ходит вот тут. Как вы мне, опять же, советовали, пускай гуляют. И если что, просто-напросто машут. Одну установку, наверное, нужно ставить на газ отдельно. Сейчас мы спешить не будем, у нас же все-таки две штуки буквально. О, отлично. Так, сразу два коня. Почему два? Давай три.
Цена хорошая слева. И трубу, наверное, ускорим. Нет? Или пока что не надо? Давай возьмем 4 полоски и увеличим трубу. Ага. И сейчас с вами будем смотреть как-то. На разлив опять идет, да? Все налево будем сдавать, если опустится... А, она ж не будет опускаться. Поэтому я, наверное, зря 1700 потратил. Ну ладно. Счетчик очень помогает, чтобы видеть реально, сколько у нас есть. Главное разлив. Не надо разлива. А, так. Здесь закончится. Я думаю, что мы сможем сделать как-то вот типа так. Хотя, скорее всего, это работает... ты посмотри-ка. Хорошо. Можем вышку еще одну поставить вот здесь. Поближе, правда? Черт. Больше повозок, больше. Нужно успевать забирать все. Где? А что ты не качаешь отсюда? Пока я не буду увеличивать нашу трубу. Потому что мы здесь еще не закончили. Так. 1.07. Замечательная цена, просто шикарная. Такс. Чувак нам говорит о том, что где-то здесь что-то есть. Но я думаю, что я отсюда просто подтяну потом. А сейчас потрачу немножко на... О, да. Отлично. Попал. Как же приятно попадать в точку. Просто замечательно. Апрель месяц. И мы даем еще 2 полоски. И увеличиваем мощность трубы. Здесь пока опять же не буду увеличивать, друзья. Не буду спешить, потому что... Хотя уже апрель заканчивается. Цена-то падает. Нет, не буду спешить. Будет разлив. Тринадцать повозок. Наверное, просто... Максимум, по-моему, мы сейчас можем 15 их взять. Но это за все и предыдущие оригинальную игру прохождения. И за все время, наверное, самое большое количество повозок, которых я понатыкал. Я могу вторую трубу запустить, кстати. И сделаю как-то, наверное, вот так. Так. Да.
Чудно. Сколько максимально можно взять? 15? Да. 15, отлично. Таким образом, мы с вами здесь уже все добыли. Увеличим сейчас скорость. Чутка отсюда вот. А там пускай качает в прежнем режиме. Такс, ну чё, лазоходец, давай работай дальше. Я хотел бы, конечно, с газом иметь дело. Когда-то нужно начинать. Ах, какая цена, ты посмотри, прям глаз радуется. Хочу посмотреть, что он мне показывает. Вот эту, которая есть, или еще чуть ниже? Ага, ниже камень и магма. Угу. Понятно. Увеличим повозку. Отлично, увеличиваем вот здесь. А, такс, что ты мне показываешь? Где тут что есть? Парень, тут 100% нет ничего. Хочется мне раздвоить вот эту трубу. Пока время есть. Ага, газ. Газ. Я не помню, мы брали газовую трубу или как, я что-то не очень помню, как работает. Здесь ближе, да? Как с выхлопом газа, друзья. Я просто сейчас напомню себе. Внимание, происходит утечка газа через буровую установку. Закройте буровую установку, чтобы предотвратить утечку, и направьте его в сторону left или right, чтобы увеличить цены на нефть. То есть мне придется закрыть буровую установку? Ты серьезно? Блин, и отсюда прям... Хорошо. Как скажешь. Ну, просто это для проверки, друзья. То есть, как я и говорил в начале, что нужно самому убедиться. Так, ладно, дальше связываться мы с этим всем не будем. Хотелось бы мне здесь проверить тоже, да? Вот как они целое состояние делают. Вот как, друзья. Ага, хорошо. Так, лазоходец, давай-ка ты посмотришь здесь, может, что-то найдешь. Слишком пусто тут как-то. Блин, октябрь пошел уже. Ага. А,
я не могу этого сделать. О, черт. Так, ладно. А если я вот так вот... Тоже нельзя. Хреново, блин. Я потратил 350 баксов просто... Что? Нельзя сделать ответвление. Дополнительное ответвление нужно, блин. Так, подожди, что ты вы продаете вообще за понты? Ах, как мне поступить? Вот это дал я, конечно. До газа. Надо было здесь это сделать, но... И тут цена была бы... Что, как мне быть? Погоди, стопарик. Как мне поступить тут? Либо я газовую... А, я же могу отключить, типа, закрыть газовую просто проход, правильно? Правильно. Закрыть. И теперь... Нет. Нет. Черт. Нет. Блин, время-то идет. Так, подожди. Сейчас мы посмотрим, что тут есть. Ни хрена тут нет. Здесь есть. Отлично. Хотя бы немножко. Да, эксперимент почти удался. Но тут слишком маленькие залежи. Вот в чем проблема. Я увеличу скорость. Давай, быстрее, пожалуйста, последний месяц, блин. Здесь я уже ничего не добуду, к сожалению. И скорее всего будет облом, что где-то здесь что-то точно есть. Ребятки, поперли. Быренько. Ха, на самом деле понты остались. Штраф за разлив 2 штуки. Черт! Как всегда. 10 штук потратил, 11 штук. Ну, ребятки, вы мне советуете, конечно... Полезные штуки и полезные вещи, но при этом я штуки трачу, причем десятками. Но 23 это, конечно, лучше, чем в прошлый раз. Да. Ладно. По крайней мере, мы обставили на этот раз Кая. Хорошо. Приходите к Энтони в подземелье и разберитесь со всеми особыми штуками, которые можно найти под землей. А, ну это насчет драгоценных камней, там бриллиантов и всего остального. Окей. Если мы находим залежи какие-либо газа под именно или очень близко к правому или левому... как она там называется, корпорация или что там, вот, тогда мы, конечно, отдельно лучше ставить, наверное, буровую вышку. Отдельно на газ? Или не отдельно? Наверное, отдельно. И нам нужно расстроение. А что газ за 15? Кроты будут искать... А, кроты. Не надо нам кротов. Ответвление 3. Возьму. Таймер 2.
буровые теперь будут выдерживать высокое давление, поэтому вероятность разлива их из них уменьшилась. А насколько? За 20 тысяч насколько уменьшилась? А? Ладно, опять же, последую вашему совету. Потрачу 20 тысяч. Больше тратишь, больше имеешь. Но я это сделаю. Пойдем снова в пивную, поговорим с Уильямом. Процентные ставки на следующий год на 60%. Не надо, я вообще в кредиты не собираюсь. Вот принципиально не буду лезть. Хотите, что сыграть больше-меньше? Нет, не хочу. И здесь у нас нет теперь никаких возможностей лимитировать цену. И это печально. Да ладно, погнали дальше. Вот все. Да? Йо-хо! Чё-то мне это не нравится. Никто даже не торговался за это место. Но Кай что-то знает. Ну, как минимум, Бланш точно что-то знает. Она нас обставляла практически постоянно в прошлый раз. Нет, оставим как есть, короче говоря. Угу, погнали. Во избежание утечек теперь вы можете контролировать соединения до того, как они будут сделаны. То есть контролировать. Что вот это обозначает? Типа красная. Останавливаешь красной кнопкой, типа, а смысл останавливать, если. Не знаю, непонятно. Непонятно. Ставим по центру. Одного. Здесь второго. Здесь третьего. Вторую сразу выставлю. $85, конечно, не цена. Но никуда не денешься. Ответвление, как думаете, сделать здесь? От начала или... Хотя какая разница, по сути, да? А, тут совсем рядышком, смотри. Красавцы. Дополнительную полоску. И еще одну. Не помешает. И тупо продаем. Вот прям продаем все. Фикс с той ценой в 92 цента. Будем просто рубить бабло. Правда, времени уходит очень много. Ну, для конца февраля вернуть деньги, которые потратил, ну, половину,
Интересно, здесь большая она или нет? А может силос поставить? 1%. Что-то 80 совсем печалька. Давайте половину вот так будем сдавать. Половину складировать. Ну, тут уже хоть что-то. Главное, до разлива не... не допускать. Что еще на заходце? Так, где тут что? Давай будем смотреть. Что-то есть. Здорово. Вроде как 8 повозок нормально успевает. Хотя на всякий случай. Ведь случаи бывают разные, правда? Так, ладно. Теперь смотрим здесь что. Если будет газ... Хотя его тут очень мало. Очень мало. Ниже не знаю, стоит ли спускаться. Ага. Там уже голяк остался. Давай посмотрим. Блин, лава одна. Вот не повезло, а. Подожди, а я же могу вот прям вот так вот, да? Здесь не буду тратить деньги, потому что реально тут понты. Здесь где-то везде камень. Меня интересует вот эта штука. Тоже газ везде. А, ну давай, лазоходца в помощь. Снова, да? Но опять же, я не знаю, как они... То есть они же показывают только нефть, правильно, лазоходцы? Должны, по крайней мере. Или не только нефть, а и газ тоже. Ага, вижу. Вижу, что ты имеешь в виду. Ладно. Слишком долго будет бурить.
сдавать даже нечего уже, блин, август. Не могу, не знаю. Максимум, что мы сможем с вами заработать, это около 20 штук. Но если сильно, повезет. Тут ни хрена, конечно. Почему у меня один нормальный заход, а другой вообще не крикущий? Слушай, я, наверное, качну тут цены. Хотя нет. 100... 1.23 нормально. Вполне себе, правда? Ага. Такая пиздюлечка. Нигде ничего не добываем. Я думаю, что стоит увеличить. Потому что сентябрь, блин. Я даже до 15, наверное, не доберусь, друзья. До 15 тысяч не доберусь. Это меня очень печалит. Не сказал бы, что я особо слишком много кинул. А в повозке? Ну давай проверим. Где-то тут? Да, децл есть. Вы только что наткнулись на испепеляющую горячую магму. Пройдите к Джеку, чтобы сделать трубы термостойкими. Вообще-то я делал, по-моему, или нет? А еще он объяснит, как использовать тепло с выгодой для себя. Ты серьезно? Слушай, я пока буду возиться. Не знаю, как-то так, наверное, здесь камень. А, вот здесь типа лаву я наткнулся. Да блин. Она меня преследует. Даже если я вот это все сейчас расширю трубы, да, я все равно не успею. Ноябрь месяц уже. Ой. Хреновая земля. Тут камень закрывает газ. Я могу, конечно, поставить вот здесь вышку, но опять же я не смогу тогда подсоединиться нигде, ничего. Вот в чем прикол. Угу. Да, камень заканчивается здесь. Можно через газ как-то обойти, но я не уверен, что здесь что-то есть. Хотя, вполне себе может быть. Да, там магма, тупо и газ. Все, и камень. А здесь проверять даже не буду. Не хочу тратить. До 15 доберемся.
наверное, не доберемся. Ну и потратил я очень много. На все про все. Да, тут вообще голяк. Золотой слиток вон, где спрятан. Подожди, а бур я же брал в прошлой серии или нет? Смотри, 10 косарей потратил, 14 заработал. Страшно представить, что у нас будет сейчас. Ну, не все много заработали, да. Хотя с Бланш, наверное, стоило поторговаться за землю. Ладненько, друзья, давайте на этом, как всегда, по традиции остановимся. Увидимся в следующей серии, надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что смотрели. Ссылка на плейлист в описании под видео, там вы сможете найти прохождение Turmoil оригинальной игры. И в других видео я вас также буду очень-очень ждать. А пока, пока.